Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Ольга Лесникова. В последнее время занимаюсь поиском и обзором для вас интересных проектов для заработка. В предыдущем выпуске мы уже с вами обсудили, как заработать на создание своего собственного сайта. Сегодня же мы с вами поговорим, как можно заработать на продаже куки-файлов. Наверняка, заходя на любой сайт, вы обращали внимание на всплывающее окно, в котором вас просят разрешение на обработку куки-файлов. И вы, конечно же, разрешали. И сейчас мы с вами попробуем на этом еще и зарабатывать. Мне ВКонтакте пришел очень интересный проект на обзор, в котором за куки-файлы платят вознаграждение. И сегодня мы с вами вместе попробуем заработать. Сейчас, секундочку, я включу видео на экран. Итак, мне написала моя близкая подруга Мила ВКонтакте. Она уже год как переехала в Америку работать. Насколько я поняла, ей этот проект присылал ее знакомый с работы, который на нем уже заработал. Давайте перейдем на проект и посмотрим его. Вот, собственно, сайт проекта. Тут мы видим на самом верху объявление о покупке куки-файлов. Давайте нажмем на эту кнопку. Сейчас, как я вижу, идет загрузка. Так, а вот и загрузилась. Если я правильно понимаю, это наша с вами активность в интернете. Тут я вижу активность по месяцам, годам, много разных показателей. Неужели всю эту информацию у нас получают с сайта абсолютно бесплатно? Так, я вижу внизу наш рейтинг. Если я правильно понимаю, он строится от того, насколько часто и долго мы сидим в интернете. Лично у меня он вышел 3,96 из 5. Вот тут справа написано, что для того, чтобы приступить к продаже, нам необходимо загрузить эти куки, после чего мы попадем на чат с оператором. Нажимаем на кнопочку внизу страницы. Ага, сейчас идет загрузка наших куки-файлов. И как я вижу, сайт переключился на русский язык. Нажимаем на кнопочку «Продолжить». Отлично, оператор будет писать на русском языке. Так, оператор пишет, что они оценили наши куки-файлы на 34 тысячи рублей и перечислили нам их на наш баланс. Давайте тоже с ним поздороваемся и узнаем, как нам получить эти деньги.
Нам ответил специалист службы безопасности и говорит, что данные файлы носят лишь ценную информацию для анализа посещаемости их сайта и сайтов их партнеров и не содержат конфиденциальной личной информации. Как вы видите, буквально за 10 минут у меня получилось заработать 34 тысячи рублей. Я очень удивлена, что данную информацию получают абсолютно бесплатно все сайты, на которые мы заходим. Ссылку на проект я оставлю под видео. Еще раз повторю, что сайт на английском, поэтому вам необходимо перейти по кнопке вверху сайта, прокрутить графики вниз и перейти по большой синей кнопке. После этого сайт перейдет на русский язык. Все, кому помог мой обзор, пишите в комментариях благодарности, мне будет приятно.